Приветствую всех на моем канале, меня зовут Наталья, и сегодня я хочу вам показать, как сделать вот такие бантики. И сегодня я еще покажу, что же я буду снимать в ближайшее время. Обычно я это не делаю, но сегодня сделаю исключение. И в конце видео вы увидите, что же вас ждет в ближайшее время. Ну что ж, приступим. Для сегодняшней работы я буду использовать репсовую ленту шириной 4 сантиметра. И мне понадобятся отрезки 4 на 16, 4 отрезка, 4 на 34, 1 отрезок, 2,5 на 7 для серединки, 1 отрезок, небольшой отрезок узкой ленты, чтобы перетянуть бантик, и резинка. Отрезки лент 16 сантиметров перегибаем пополам и отмечаем серединку. Затем берем один отрезок и перегибаем под углом, вот таким образом. И небольшой каплей клея подклеиваем. Вторую ленту отворачиваем в другую сторону. И также подклеиваем. Делаем таких два отрезка. И два отрезка поворачиваем в другую сторону. Намечаем серединку. И если верхнюю ленту мы поворачивали налево, то здесь мы ее поворачиваем направо. И делаем еще две ленты также. У нас получилось две ленты смотрят в одну сторону и две в другую. Вот теперь у нас получилась пара. Берем ленты и будем сшивать вот таким образом. Но при этом также будем смотреть, чтобы серединка у нас смотрела внутрь. Вот она. Поэтому сначала сшиваем вот эту ленту. Перегибаем вот таким образом. Обязательно закрепляем уголок. 2, 3, 4, 5 и 6. Закрепляем уголок. Закрепили. Берем следующую ленту. Также переворачиваем. Вот смотрим, чтобы смотрели вот эти края внутрь. И также прошиваем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Берем следующие ленты. Вот смотрим, чтобы вот этот нижний краешек смотрел внутрь. И также сшиваем 1, 2, 3, 4, 5, 6 стежков. Затягиваем и закрепляем. И делаем закрепку. Отрезок ленты 34 сантиметра складываем вот в такую гармошку. И примеряем бантик, чтобы лишь немного края виднелись. И закалываю.
Еще раз примеряю и подшиваю. Делаю 10 стежков. Затем затягиваю бант. Делаю закрепку и расправляю. Оба бантика у меня готовы и подклеиваю их вместе. И даю клею закрепиться. На обратную сторону бантика подклеиваю резинку. И небольшим отрезком ленты перетягиваю бантик. И сразу все ленты расправляю. При нанесении клея все слои ленты расправляем, иначе потом уже это сделать невозможно будет. Лишнюю ленту обрезаю, запаиваю и подклеиваю. И даю клею закрепиться. Формирую серединку для бантика. Ленту 2,5 сантиметра складываю гармошкой и закрепляю. Подклеиваю под низ бантика. Даю клею закрепиться и формирую серединочку. Красиво укладываю ленту. И другой край ленты также складываю гармошкой и закрепляю огнем. И все подклеиваю. Обрезаем края ленты. Одну сторону и другую. Нам осталось расправить бантик, и бантик готов. Мои бантики готовы. Надеюсь, вам мое видео сегодня понравилось, и вы узнали что-то новое. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. И, как обещала, покажу, что же я буду снимать в ближайшее время. Как вы видите, пасхальное яйцо я начала
сделала два ряда, еще пока не придумала, что будет в середине, но как только придумаю, сразу же вам покажу. И еще одно. Вот такое сердечко. Я вам покажу, как красить заготовки, чтобы краска не снималась, как украсить, как наклеить стразы и, конечно же, как сделать декор. Ну что же, а на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.